и 9 ступеней вниз, и центральная 19-я. У них 19 месяцев по 19 дней. Ну, в общем, я не собираюсь заниматься этим миссионерством бахайским, как вы понимаете. Но вот это да. Мне хоть раз уж мы здесь, вот мы еще сейчас Моти вам делает еще один объезд, чтобы вы уже, чтобы вы были до полного удовлетворения, то, что называется. Вот обратили внимание про эти цветы, у меня деревья, называется коралловое дерево. У нас это очень многие растения в Средиземноморском. И куда он должен прийти? Он должен прийти на эту землю. И раз он должен прийти на эту землю, то они должны погрузить, сесть на корабль. Нет, до 120 километров от Александрии армия Ромеля была. Она была в Тунисе, она была в Ливии. Вот наша Эрит Абрамский, который вы знаете все, она как раз занималась вот этими самыми общинами. Она, ей сделана книга о еврейской общине Ливии и Туниса, и вот там прошла армия Ромеля. Англичане, кстати, очень боялись, что армия Ромеля войдет в Палестину, и поэтому, кстати, развивали очень интенсивно промышленность вот, в районе Большого Тель-Авива. Здесь институт по изучению моря, справа, гора Кармель. И на горе Кармель был создан орден Кармели. Ну, дальше идет вдоль моря. Вот любая попытка превратить Хайфу в приморский курорт до сих пор была обречена на провал, но вот здесь две гостиницы за высоким забором – это весь курорт. Но в этих гостиницах в Хайфе, как правило, больше всяких конференций, всяких этих международных. Военно-морская база справа. Военно-морская база. Дальше сейчас мы увидим южную промышленную зону высоких технологий. Здесь будет у нас и Microsoft, и Intel, и все другие великие. Вот справа новая центральная автобусная станция. И вот тот участок пляжа. Вот здесь городской пляж. То есть вы понимаете, где город, а где пляж, да? За городом нет, кто купается. Нас еще никто не купается. Во-первых, у нас море другое, чем все привыкли. Кстати, у нас в процентном отношении из тонущих в основном тонут русские. Все лето море напоминает бульон с клёцками, потому что в нем такие огромные, совершенно жуткие ядовитые медузы. Море, ну, имеет скорее эстетическое такое значение. Слева, вот, акведук, который был воду от источников на горе Кармель. Вижу, где он? Кисарио, которая будет у нас справа. Что происходит? Потому что тут совершенно зоопарк был построен здесь, тогда, когда еще не было здесь города. А город обступил, и получилось, как в том анекдоте. Знаете, как льва спросили, как ему живется в зоопарке. Он сказал, что никакой жизни нет, целыми днями. Мартышка анекдоты травит, а жираф всю ночь смеется. Вот посмотрите эту площадь сейчас. И мы с вами уже сейчас, и, например, и владеть землей, и работать на земле. Точно так же были очень большие ограничения для евреев в праве жительства в больших городах, вне черты оседлости. И поэтому у многих была мечта жить свободными людьми на своей земле, в своем большом городе. И вот этот город и явился воплощением сионистской мечты. Придется в Яффу идти потом пешком вдоль моря. Ну, не вдоль, не по воде, а
по... Вот. Вот сейчас, внимание, мы выехали на набережную, и прежде чем мы сейчас вот... Я хочу про эту площадь сказать два слова. Вот сейчас слева, смотрите, в левые окна, вы увидите площадь такую оформленную, как носы кораблей. Видите? И название всех кораблей, которые участвовали в перевозке евреев с 1935 по 1948 год. Американское посольство у нас слева, сейчас вот за этим забором бетонное здание. И вот это набережная Тель-Авива. Купальный сезон у нас сейчас просят открыть раньше, потому что спасатели... Все упирается в деньги, что спасатели должны платить, и муниципалитет должен и раньше. Слева это здание высотное такое, красивое, серое, с розовыми. Это называется башня оперы. Здесь стояло здание кинотеатра Кэссом, в котором был оперный театр с конца 40-х до начала 60-х годов. И где первый ангажемент получил молодой никому неизвестный певец по имени Пласидо Доминго. Карьера Пласидо Доминго началась на этом месте. А в 49-м году первый Кнессет, первый парламент Израиля, начал работать в этом самом оперном театре. Пока не переехал в декабре 49-го года в Иерусалим. Ну вот это набережная наша главная. Эти домики частично уже снимаются, старые ветки, и строятся вот такие высотные. Ну, а мы с вами сейчас выйдем из автобуса, чтобы, как я сказала, так, кто не ходит, значит, автобус наш пойдет в Яффо и будет нас ждать, когда мы туда придем.
А рои куропатки? Исполняется желание любви. Да. Тут исполняется желание любви. До рыб дойдем? До рыб? Да. До рыб дойдем. Весы не дойдем. Вот как всегда. Да. Да. А вот так. Были хасиды, были в том числе любавичи, это только любавичские хасиды. А были еще самые разные. И другие хасиды тоже. Ой, тут есть. А вот это Шхемские ворота или Дамасские ворота. И будем мы с вами здесь ехать.
расширение еще. Уже скала. И мы увидим, что во многих случаях скала обработана тоже вот этими рамочками, фасетками. Они по этому поводу никак не переживают. Защитный материал, да. Физически недорубленный камень, посмотрите. Как рубили эти камни? Это делалось, пробивалась трещина. В трещину это либо вбивалось бревно или клинья и начинало поливать водой. Это дело расширялось, и камень разрывался. Потом его начинали обрабатывать. Так вот здесь сейчас как раз мы видим материковую породу. Вот она. А над ней это самая кладка. Но под нами улица. Улица Иродианская. Вот быстро. Вот вам, пожалуйста, эта каменоломня. Здесь у нас был раньше очаровательный мультик. От него осталась одна кнопка. Показывали, как это дело тащили и как это дело катили. Катили это все валами по этим самым поплёвным. Так гром камень катили в Петербурге. Из Карелии везли для постамента к бедному храму. Не знаю, девочка. Извините. Я знаю многое, но моя порода дополняется камнями. То есть был какой-то провал здесь, и заложили камнями. А тут кусок материка. Вот, видите, вот этот камень. Нет, Люда бы не пошла сюда. Мы с ней договорились, что она будет сидеть там, вот, если бы она пошла, она бы до модели бы дошла, а потом сидела бы у нас там на стульчике. Пусто, но ничего. А сейчас мы уже войдем, вот, сейчас мы войдем уже в тоннель. Это еще не так. А тут нету, сейчас ночью нету выхода. Да. Вот. Это уже водовод. Это акведук. Посмотрите над головой, вы увидите камни перекрытия. Это уже акведук. Это и есть уже до Ирода. Это еще, так сказать, тоже называется тоннель Хосмонеев. Это считается рубеж второго. Не бойтесь, идите. Вода капает. Там мох. Такая большая девочка. А я думал, что за ним. Вот закрыт. Верочка, это вы плакали? Да, нет, это я вещала от страха. Вода, да? Вода. Да, это он подумал. Это было похоже на плач. Не самый короткий, как я боялась. Нет, не оптимальный, а наоборот, более длинный, но для более такой красивый и для вас памятный. Да.
протяжении уже 2000 лет почитается как надгробие над могилой царя Давида. И сегодня уже не имеет значения, на чьей могиле это надгробие. Оно уже так намолено, это место. В него уже вложено столько человечества и слез. Будьте повесть. Смотрите под ноги.
на древних. Сядем за стол. You can see first coming period of the bells. Here's a better picture. Yeah. Красиво. Спасибо.